Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Я вам сегодня уже снимала, когда шла на почту в другой район Вариса. А сейчас вам хочу показать мои подарочки и то, что моя Ната купила, ну, просили ее, она купила для своей подруги. Вот начнем с этого. Видите, это мешок от этой сумки ГЭС. Сумочка ГЭС, такая красивая сумочка ГЭС. Это она так купила для своей подруги, я привезла. Вот она всегда ей, когда я туда езжу, всегда покупаю сумку и кошелек. У нее как-то быстро все это приходит в негодность. Вот, и вот такой вот кошелек. Вот в такой он коробочке. Я не буду вам говорить цены, потому что, честно говоря, не помню. Но что-то так, где-то сумка около 70 евро, а кошелек, может быть, 35-37, ну точно не буду говорить, потому что не знаю. Это Ната покупала, или она ей уже деньги перечислила, а только приедет ко мне заберет. Это вот что-то с косметики, вот такая вот фирма. Вот видите, такая Марк Якобс. Вот тут что-то, тут тушь, карандашик, вот такой вот. И вот эти вот еще две штучки, это тоже Марк Якобс. Это, не знаю, может быть, подводка. Это тоже, это от Кико. Это от Кико. Сейчас покажу. Вот так вот. Видите? Нет, на эту сторону. Перевернуть. Фирма Кико. А что это такое тоже? Может быть, карандаш? Может, подводка? Не могу сказать. Это мои шлепанцы. Это я себе купила. Что-то стоили они около 6 евро. Подошелка такая, видите, удобная, беленькая, хорошая. Вот такие летом выбежать куда-нибудь тут в магазин. Вот. Это пилочку мне Ната купила. Я по старинке люблю только металлическими пилочками ногти спиливать. Сейчас какие-то вот это стеклянные, но я их не люблю. Это итальянская фирма. Хорошие такие шлепки купила. Вот. Буду ходить. Вот это духи. Заказывала эти духи для своего сына, моей подруги Нины дочка Наташа. Вот Ната заказала их. Они их только можно в Италии купить. По-моему, 35 евро они стоят. Вот. А это для Нины Натурелла из Ивраше. Не буду говорить, сколько они стоят. Не надо это никому. Это для Нины. Так вот. Дальше покажу вам, что я купила себе. Очень мало, очень мало. Вот такую льняную кофточку, видите, написано Made in Italia, она 100% лен. Вот эти вот такие штанишки, они такие вот, видите, коротенькие такие, ну, как до щиколотки такие вот, широкенькие брючки, вот, из МЧМДМа. Из МЧМДМа стоили что-то они около 6,590, по-моему, видите, вот, с МЧМДМа. Вот, такие купила. Потом вот такая вот кофточка, блузочка льняная. Вот. Это она стоила 1,5 евро. А, это тоже 1,5 евро стоила. Это в магазине, есть такой магазин в Италии, ну, в Триесте, называется Мирелла. Очень хорошие вещи, все только итальянские. Вот видите, я тут еще подняла вот так вот, можно поднять рукавчик. Вот тут пуговка есть, можно поднимать. Это 100% лен. Видите, такой приятный. Вот. И вот такая вот еще кофточка или футболочка, как хотите назовите. С этой стороны верх лен, а здесь просто трикотаж. Вот, рок-н-ролл. А так, понравилось мне. Тоже 1,5 евро, думаю, ну что не купить-то за 1,5 евро. Вот. И вот такое платье себе купила. Это платье стиля боха. Вот здесь оно, видите, вот так вот интересно сделано, присобрано. Вот. Вот так вот интересно присобрано. Оно, конечно, немножко темноватое. Ну, для дома ходить в доме очень даже и неплохо. Вот. Вот этот магазин Мирелла, он очень давно существует в Триесте. Стелла там тоже часто покупает себе вещи. Там хорошие вещи. Там и постельная есть, и обувь есть. Я, кстати, там Ане своей босоножки купила. Но я не могу вам показать ни босоножки, ни сумочку, которую Ната купила Ане, и крем. Потому что Настюша, я же вам говорила, Настюша меня встретила в Хельсинки. И я передала ей все эти вещи, она меня провела на автобус, и я поехала. Поэтому все, что я купила для них,
Оно поедет в Запорожье, когда Настюша поедет и отвезет. Вот такие вот, ну вот это вот Лена приедет, я ей все отдам. Вот мои шлепки, вот духи вот эти вот очень хорошие. Ната просто давала пробничек, и Наташа увезла сыну, он в Красноярске учится в театральном институте. Он по это самое одушился, его девушка сказала, такой запах чудесный. Они попробовали по интернету поискать, а они там что-то получается около 70 евро. Ну, в два раза дороже, чем Ната ей купила. Ната купила за 35, 35 и не стоит. Поэтому вот она и попросила, как я буду ехать, так чтобы я привезла. Вот цветочки мои, видите, в целости сохранности цветут. Нина за ними хорошо ухаживала, опрыскивала, поливала их. И второй цветочек. Домой вчера я их принесла, они довольны. Что-то по краям вот желтеть начали, непонятно. Может, она их переливала? Да, они влажные, значит, не будем поливаться, не будем прыскаться. Вот такие цветочки мои. А так все у меня. У нас сегодня целый день дождь, целый день. Я пошла, мне надо было на почту в другой район, пошла на почту. Пока я туда дошла, вроде как ничего, получила то, что мне надо было. Пока я возвращалась обратно, до полпути дошла до дому. Такой дождь пошел, я так вымокла. Вот, в общем, вот такие дела. Ну вот еще раз вам покажу. Видите, хорошая такая вот футболочка или кофточка рок-н-ролл. Потом эта вот тоже хорошенькая. И эта вот мне очень понравилась, льняная. Но я еще их не стирала, надо перестирать, погладить и положить до следующего лета. А это тоже постирать и дома ходить, такое платьишко. Я вот сейчас вот, видите, в таком вот розовом, вот. А я сейчас выйду туда в коридор, включу вам свет, и вы меня увидите. Вот, здесь в коридоре вот включу свет и покажусь вам, в чем я. Вот видите, я в каком... Это дома хожу в таких платьях, видите, там такое... А тут вязаные у меня эти лаптики такие. Я люблю так дома. А, я же вам еще не показала. Еще же один подарок. Ната мне подарила. Это сережки Сваровски. Вот. Как это я так забыла? Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. Да, вот они. Вот они, сережечки от Сваровски. Такие красивые. Еще вот даже не сняла этикеточку. Вот такие красивые сережечки от Сваровски. Вот они какие, видите? Тоже не спрашивайте, сколько, не знаю. Ната покупала, Ната заказывала. Такие вот. Вот это ж подруги моей Лизе. Две пары сережек Ната заказала. И сумочку купили мы в аутлет, когда ездили, тоже такую от ГЭС. Только у нее светлая. Вот видите, такие красивые там. Желтого цвета камень. Вот они какие красивые. Большой желтый, а потом такие вот, как будто бы лапки отходят в такой неопределенной форме. Где-то ближе, где-то дальше. Но это так задумано, так вот. Красивые такие вот. Вот. И вторая же такая точно, видите. Такие вот сережечки сейчас концентрируются. А Лизе тоже две пары купила. Одни пусетами, а одни... Или обе пусетами. Нет, обе пусетами. Сердечко такое... Тоже ж с камнями, Сваровски ж камни эти вот, кристаллы. Вот. А вторая, а какой же второй? А второй, по-моему, при ушке что-то. Вот, и сумочку. Ну, Лиза сразу забрала, очень довольна тоже. В общем, вот это я вам все показала и рассказала. Пока-пока. На этом буду с вами прощаться. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока-пока.